Хей-хей, с вами Вилла. Сегодня мы будем проходить Майнкрафт. Значит, это у нас вторая серия. Да, друзья. Ну, давайте приступим. Да, ребят, сегодня у нас два ролика в, в день. Это, конечно, очень классно. Да, я сам не верю в это. Ой, сейчас, друзья, пугает. У нас там Far Cry проходил. Я уже не прошел. Там. Ладно, забить. Так, что мы сегодня должны сделать? Сегодня мы должны построить портал в ад. Правильно. Итак, вот значит у нас есть алмазы. Можно их дюпнуть, но я дюпать их не буду, потому что, ну, в принципе, дюпать это плохо. Это плохо. И непосредственно ладно. Ой. А, так. Еще давайте скрафтим себе железную кирку. Вот так, нормально. Возьмем вот это. И замахнемся на алмазный меч. Вот и все. Потому что смысла делать алмазную мотыгу я не вижу. Ну, и смотреться будет тупо, типа, сделать вместо алмазного меча, сделать все. Блин, это все жопа. Абсурд полный. Вот, друзья, ладно. Да, еще еду чуть-чуть добываем. Значит, вот. Так, давайте. Опа. Опа. Так. Я хочу, короче, бастион пиглинов залутать. Бастион пиглинов, который я хрен найду, опять же. Который мне нахрен не нужен. Но там зато мне чутко подсказывает, что там можно найти незерит. Ну, я не знаю даже. Можно и нельзя. Ну, может, можно, может, нельзя. И кто знает, пишите в комменты, можно ли найти незрит в бастионах. Итак, ну она. Как раз вот смотрите ночь. Ой. Нужно взять какой-нибудь. Вот, например. Вот. Так, ходите. Смотрите. Динамическое освещение нужно включить. Свет предметов. Вот. В 1.12 и ниже он назывался. Ой, в 1.13 и ниже назывался динамическое освещение. Ой, друзья. Сейчас, короче, хочу найти какую-нибудь пещеру. И там уже начать копаться. Может быть, я даже там возьму и встречу изумруды, там, не знаю. Как получится, собственно говоря. Так. Я слышу. Я слышу то, что где-то здесь у нас есть мобы. Да. А именно зомби и скелет. Какой-то сейчас музыка вам, наверное, орёт там. О, все нормально. Так, вот, друзья. Земля появилась. Так, что за высота? Короче говоря, алмазы, они находятся чаще всего в на 11-й высоте. Да. Вот, они находятся чаще всего на 11-й, ребята, высоте. Это было недоразумение, то, что я сделал скриншот. Так, вот, друзья. Если вы хотите, чтобы я проходил байн в на стримах, который я хрен сделаю самостоятельно, то ставьте лайки обязательно. И пишите комменты. Так, сушу лаву.
Я, друзьяшечки, слышу лаву. Так, сколько она... О! Ни хрена, нам повезло. Вау! Это вот неданчик. Спасибо тебе, Майнкрафт. Спасибо тебе огромное. О, какая большая пещера. Слушай. Давай. Ну же, жду. Алло! Давай, смотри. Бум. Так, все. Взорвались. Сломали, внимание, только один блок. Я вас понимаю. Так. Где сюда я пришел? Потом обязательно вернемся в эту пещеру. Чтобы, собственно говоря, исследовать ее глубины. Опс. Только задницу. Я вскрываю железо. Так. Купаем. Купаем, купаем. Сейчас предлагаю эту выскочку убить. Так, погнали. Оба. Оба, дуэль. Спалить. Сейчас, скорее всего, с них пластинка убьет. Давайте посмотрим, кто выиграет. Кто победит, кто проиграет. В этой беспощадной дуэли. Нет, друзья, пластинка не упала. К сожалению. Так, ладно, давайте тогда железо копать. Железо очень нужно, чтобы скрафтить себе фулсет. Фулсет брони. Я буду железяка, но все будет классно. Так, все. Это вот тут вроде уже конец, да? Да. Конец, конец, пришел. Нет, стоп. Давайте здесь еще покопаемся чуть-чуть. Мне кажется, мы в этой пещере алмазов не найдем. Спавнер. Спавнер, каньон, нема. Меня Майнкрафт что-то радовать начал. Тут что-то я не мог найти деревню, а сейчас вдруг бас заброшенную шахту на тебе. Вау, еще мы нашли проход. Так, все, меня, слава богу, никто не толкнул. Так, ага. Я очень хочу найти вагонетку. Очень, друзья, хочу найти вагонетку. Ова. Я слышал вагонетку. Я не слышал, но не видел. К сожалению. Так. Уже много железа накопал. Надо с запасом брать. Так. Второй, друзья, каньон. Слушайте, это мне нравится. Два каньона подряд. Еще большая пещера. И еще... А, это вроде тот, да? Где мы? Вроде да. Ну-ка. Тут железа очень много. Заметил. Так-са. А теперь мне нужно найти дорогу домой. Как я это буду делать, я сам не знаю. Нет, там умирание я не хочу.
Я туда умирание не хочу. Чтобы сдох, потерял все свои ресурсы. И нет, друзья. Угу. Значит, собираем чутка. И вот это оба. Вот и подействовало правило не копать себе. Опа, друзья, вагонетка, я так и знал. Кстати, если хоть раз встречал такие кубы, ставь лайк. Что я не знаю, что за кубы, они довольно-таки подозрительные. Еще в них подозрительные, я сам не знаю, но очень не по себе становится. Да, друзья. Чудо от Дербана? Нет. Ой, крипер. Так, ладно. Че не залез? Так, может быть, Эндерман? Нет. Да, Эндерман размахиваться не стану. Бум. Ой, сделал бум. Ой, я чуть в него глаза не посмотрел. Наши ладошки вспотели. Ой. Че, ты спала здесь хочешь? Так. Нет никого. О, блин, завалит сейчас. Ух, я завалил. Что за это? Махнатый лох. Так, нет. Так. Так, шахта у нас очень большая. Очень большая, не спорю. Угу. Еще вот как раз гроза у нас подъехала. Сейчас еще страшных звуков нам не хватало. Сейчас я тут пересушу. Все страху. А, потом будет угод выйти. Ох, сколько мы в шахте уже ходим. О, еще вагонетка. Золото неплохо расстроено. Семечки арбуза. Угу. Охренительно. Но зато теперь есть семена арбуза. Это радует. Это радует. Арбуз это прикольная еда. Но морковка лучше. Она типа в неприготовленном виде она восстанавливает где-то. Не знаю. Где-то много восстанавливает. Блин, друзья. Вот. Ах, если приготовленном виде морковку останавливает два сердечка голода. Две единицы голода, вернее. Вот, друзья. Так. Друг мой. Взрывчатый. Так. Ой-ой-ой, мне сейчас... Ой-ой-ой, только не лава, только не лава. Ой-ой-ой. Стоп, не гори, не гори, не гори, пожалуйста. Господи, как бы сразу. Фух, я чуть не сдох. Знак вот так обосрался. О, друзья, я не знаю, что мне делать. Да, здесь нет алмазов. Здесь нет алмазов. Окей, давайте тогда выбираться наружу. Причем это только 30-я высота. Видите, это логично. На 30-й высоте алмазов нельзя открыть. Алмазы. Поэтому давайте благополучно выбираться отсюда.
Надеюсь, что я выберусь где-нибудь в деревню. Сейчас меня как гравий задавит. Будет вообще эпик фейл. Так, надеюсь, я уже наверху. Жалко. Так. Сколько я буду здесь копаться, сам не знаю. Ой, я слышу. Дождь. О, да, вот, все. Алло, друзья, мы здесь. И причем недалеко деревня, что радует. Так. Здрасте, ты кто такой? Ну-ка, стоп. Оружейник. А, ну да. Это наш чувак, это наш. Как раз наши ягоды выросли. Выросли. Что так удивлен? Утяга, работяга. А так, ладно, смотрите, о чем. Смотрите, о чем. Я сейчас хочу у него поторговать чуть-чуть. Может быть, он мне даже скидос сделает. Сюда. Ну да. Железный топор, неплохо, неплохо, но я его покупать не стану. Хоть я и согласился на не самую выгодную сделку. Но зато сделку. Вот, друзья, я стак накопал. Стак, зачем мне стак? Никто не знает. Знает лишь отдаленный ум. Удаленный у Руслана Нургалеева. Ну ладно. Итак. Значит. Да, вот так вот. Да, вот так вот. Пак-пак, все. Все, найс у нас. Значит, еще еды еще возьмем. Вот и все. Так, давайте сейчас снопы сена чуть-чуть пособираем. Вот так вот. Разницы нет. Не знаю, как лучше ломать. Вот смотри. Нет. У этого нельзя. Вот у этого можно. Так. Он, значит, может торговать изумруды. Вскоре я выберу вторую деревню для рейда. Кто знает рейд, что такое рейд, ставьте лайк. Так. Что у меня с покой замечал? Ну, это нас не волнует, нас волнует торговля с жителями. Вот что волнует. Оба. У фермеров можно будет потом золотую морковь приобрести, это довольно-таки будет прикольно. Да, друзья, это довольно-таки будет прикольно. Что тебе, во-первых, будут давать скидку за торговлю, ну, за торговлю.
И во-вторых, тебе будут давать классные подарки. Товар, вернее. Я пишу. Фига себе, смотри, что у них собрание. Эти. Так, ты чё? Да стой! Оба-на! Ема! Заговор огня один! Вот это жесть! Вот это неплохо, друзья! Это, друзья, неплохо! Так, ладно, всё. Кстати, они выдают голему. А, их тут двое? Чё их так много? Это чё, все жители? Ну, за городом, а, оружейник, броник. Броника нигде нету. Жалко. Жалко, что, наверное, нету. Так, ладно. И вот, у меня есть 11 изумрудиков. Себе докрафтим до флового сета. Все, друзья, все, наконец-то мы вот топовый чел. Так, а где наш вот топоров тебе не торгово? Все, три топора. Так, ну давайте сейчас еще я чуть-чуть домиков оббегу, может быть. Я просто их уже не смотрел еще, я еще хочу посмотреть, вдруг что есть. Вот сейчас стоп. Нифига, он мне скидку делает. Всего. Теперь у меня есть еще один топор, 4 мне топора теперь. Все, класс вообще. Я доволен. Можно, конечно, и выживание на хардкоре замутить, но я это не хочу в хардкор делать. Потому что я люблю поумирать. Хоть и ни разу за это выживание не убил. Вот. Так, ты спишь. Ты у нас тоже спишь. Так, я чисто ищу сундуки. Вдруг можно будет лежать ресурсы. Так, ничего нету. Тут ничего нету. Так я и знал. Ладно, наверное, можно на этом заканчивать. Да, друзья, потому что видео идет довольно-таки долго. Толком сам не знаю сколько, но долго. Так, все своровали. Чуточку. Что у нас здесь? И что? Кстати, два дома надо смотреть. Еще вот этот один. Тут вроде что-нибудь есть. Нет. Так, вода. Я вроде идти только что бегал. Нет. Что ты здесь? Ладно. Ну ладно, давайте сейчас зайдем. И все. Короче, ребят, если вам это видео понравилось, обязательно ставьте свой лайк, пишите свой царский коммент, подписывайтесь на канал, кстати, нажимай колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. Итак, спасибо за просмотр, всем пока!